хотели бы прежде всего преподнести такой сюрприз нашим клиентам, почувствовать себя звездой тенниса, оказаться на корте Кубка Дэвиса в Олимпийском здесь и сейчас и унести с собой сувенир, памятную фотографию с Кубка Дэвиса домой. И также разместить на одной из социальных сетей, либо Facebook, либо ВКонтакте. Мы отправляем дополнительное приглашение, и поэтому это уже воля каждого клиента, разместить или не разместить, участвовать в каком-то конкурсе. Вот это сюда? Да, конечно, здесь как раз информация о нашем банке. А как назад сделать? Ну, спасибо вам большое. Пожалуйста. Что, пакет? Здесь несколько технологий используются. Мы, как результат того, что мы делаем, делаем трехмерные фотографии и печатаем их, людям раздаем. Либо мы показываем эти фотографии на так называемом медиа-столе. Это специальный наш собственный продукт. Можем с ней там работать с фотографиями, увеличивать, уменьшать, как на айфоне. Можем посылать по почте их. Такие достаточно современные технологии. Людям нравится. Вот сейчас подходит и улыбается. Готов? Замри. Вот сюда смотри. БНП Париба всегда стремится быть пионером в области разработки различных инновационных решений. И, на наш взгляд, данное предложение, которое мы реализовываем в рамках настоящего Кубка Дэвиса, оно происходит впервые на российском рынке. Это же я.